Ты мне вот конкретно скажи, потому что я же не первый раз обращаюсь к этой теме. У меня впечатление одно осталось, что вы что обещали, не сделали. Мы, я помню, инвестировали средства немалые в «Интеграл», но тогда не было сделано то, что вы обещали. Это у меня такой осадок остался от того. Это ваш продукт, так я понимаю? Да. Ты отстаешь от высочайшего уровня в мире. Ну, может, нам и не надо достигать того уровня для нашей экономики, который есть там в Америке, в Корее, даже в Японии. Может, не надо. Но с учетом ситуации сейчас мы решили с Путиным, что мы объединяемся. И коль так случилось, ищем выход из создавшегося положения. То есть ракеты должны летать в космос, ракеты оборонные, ПВО, земля-земля и так далее, подлодки и ядерные боеголовки должны летать. Никто под это не даст. То, что ты производишь, сможем ли мы это сделать для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборонного сектора, гражданского сектора, союзного государства? Сейчас актуальнейшая тема это. Сможем ли мы всем своим комплексом предприятий, которые у нас есть, микроэлектронных предприятий, скажем так, обеспечить наши потребности России и Беларуси? Деньги на это есть.